Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим лимонный пирог. Я очень люблю эти пироги. Готовятся они очень просто, быстро и из доступных продуктов. Полное количество всех ингредиентов в граммах я вам оставлю в описании под видео. Замешивать тесто я буду обычным ручным миксером, но если у вас нет миксера, то все можно замешать обычным венчиком. В миску выбиваем 3 яйца. Желательно, чтобы все продукты были комнатной температуры. К яйцам добавляем щепотку соли и 180 грамм сахара. Взбиваем миксером. Яичная масса должна хорошо увеличиться в размерах, примерно в 2-3 раза, и побелеть. Пока отставляем ее в сторонку. Натираем цедру одного лимона. Нужна только желтая часть, белую часть не захватывайте, она горчит. И теперь выдавливаю сок одного лимона, того же лимона, который я натирала на цедру. Пирог получается экономичный. Всего один лимон, мука, яйца, сахар. И получается такая вкусная выпечка к чаю. И добавляем цедру лимона. И сок лимона в яично-сахарную массу. Добавляем 60 мл растительного масла без запаха. Вместо растительного масла можно добавить растопленный маргарин или растопленное сливочное масло. И добавляю 150 грамм жирной сметаны. Вместо сметаны можно использовать натуральный йогурт. Перемешиваю миксером. И теперь просеиваю муку. Сначала я просею 180 грамм муки. В конце я вам скажу, сколько мне понадобилось муки в общей сложности. И 2 чайные ложки разрыхлителя. Если вы пользуетесь содой, то добавьте 1 неполную чайную ложечку, погасите ее уксусом. И перемешиваю миксером до однородности. Вот я вижу, что тесто еще пока жидковатое, добавлю еще 50 грамм муки. В общей сложности мне понадобилось 230 грамм муки. Вот такое по консистенции должно получиться тесто. Подготавливаем формочку. Размер моей формы 22 сантиметра диаметром. Смазываем ее сливочным или растительным маслом. И переливаем тесто. И отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов на 30-40 минут. Давайте же поскорее отрежем кусочек и попробуем, какой пирог у нас получился внутри. Посмотрите, какой пирог получился в разрезе. Очень вкусный, пушистый, пышный. Ароматы стоят на всю кухню. Обязательно приготовьте и попробуйте. Всем желаю приятного аппетита, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория.